В общем, из-за своей любви к Бальзаку я говорю не бальзам на душу, а Бальзак на душу. Так вот, я уже в предыдущем видео сказал, что сегодня опять смотрел Марата Мурактаева из Сибири в США. Вот так и наберите, этот канал называется. Вот он вроде как, типа, как я сейчас абсолютно, и очень в похожем расположении духа. Он пошел, ходит гулять, ну, в пригород Сан-Франциско. Ну, как ходит, несколько видео у него есть, как он там за городом, там такие дорожки, да, или как там они, полуавтомобильные, полувелосипедные, полупешеходные, не знаю, на этих холмах у Сан-Франциско. Там тишина, слышен как-то отдаленный гул города, или вовсе не слышен. Ну и он просто идет и что рассказывает о том, что у него на уме, что происходит в целом очень спокойно и совершенно без всякого такого дикторского совершенства речи. Ничего такого у него не наблюдается. И я его слушаю полностью. Я говорю, больше часа одно видео у него есть. Тоже вот прогулка у Сан-Франциско. Я его полностью прослушал. Лежал в полудреме и прослушал полностью. А вот мы пришли к сосенкам. Видите, вот там за вот этим передним деревом, я не разбираюсь, что это. Ну, вроде это не береза. А прекрасные сосенки. Вот такие тут места, и птицы поют красиво.